Итак, привет, ребята! Вы находитесь на канале «Китай в топе». С вами я, Александр. У нас сегодня вот такая небольшая гора посылок по бесплатному посреднику. Значит, единственное, что у меня отбилось по трек-номеру, это вот эта вот посылка. Здесь чехол для Samsung Note 10 Lite. Все остальное, тут какие-то перебитые трек-номера. Сейчас будем все это смотреть и сравнивать. Продавец здесь оценил в $1, но на самом деле мы заплатили вот такую стоимость. Тут уже примерно я могу предполагать, что тут может быть. Здесь продавец оценил в $1. Здесь продавец оценил 47 центов, 42 цента и $1. Так, есть. Давайте начнем все-таки с чехольчика. Распакуем его, посмотрим. Он такой большой, внушительный выглядит. Вот так. Сейчас мы его давай лучше сразу все раздеребаним и будем уже смотреть. Итак, ребята, вот мы уже все распаковали нашу гору посылок. Значит, у нас здесь пришел вот такой вот красивый чехольчик, кейс фирменный такой вот упаковочки, уже кастомизайз. Так, здесь все так вот по фирме, по красоте. Так, тут такой вот типа как под карбончик, вот такой вот, видите, синего цвета, темно-синий. Здесь он, ну, как бы силиконовый. Клавиши у нас с прорезью, если вот видите, вот на белом цвету. Вот видите, то есть прорезь есть между клавишами. То есть туда может, в принципе, забиться какой-то мусор. Но это уже будет, думаю, не столь актуально. То есть клавиши, в принципе, нажимаются. Здесь у нас под микрофон, по всей видимости, фотик. Тут, ну, зарядочка, конечно же. Тут, по всей видимости, под стилус будет отверстие, вот это большое, я так предполагаю. Тут стилус какой-то должен быть. Опять же, микрофон, под динамики и что-то еще. И тут, видимо, под наушники еще выход есть. Вот такой вот чехольчик за $3.5, даже чуть дороже. Так, это есть, это мы откладываем сюда. Дальше у нас пришел вот такой вот Mad Doll Focus. Штрих-код можете сосканировать, кому надо. Сейчас откроем, посмотрим по номеру цвета. Номер цвета AG07 Mad Doll 481-28-1. Тут у нас такой вот синий металлик. Опять же, заказано все по бесплатному посреднику, ребятки. Кому надо, по Украине обращайтесь в группе ВК или же пишите ваши координаты в комментариях, бомбите. Так, дальше у нас здесь пришел No Name 0,5 метров USB кабель. Откуда, чего, ну, будем разбираться, смотреть, что у меня там по заказам было. Я уже не помню, был у меня кабель, заказывал, не заказывал. Будем общаться с продавцами, если что-то не так. Микро USB-шка, чтобы вам было видно. Можно сейчас достать мой повербанк, мой проверочный телефончик и протестим, идет ли заряд через данный шнурок. Конечно, Quick Charge я здесь не проверю, быструю зарядку. У меня телефон только мой Xiaomi Mi A1 может протянуть, но он и тот находится, сволочь, не на микро USB, а уже на более современном Type-C-шке. Так вот, сейчас откроем, скроем и проверим, вообще он пропускает заряд или нет. Powerbank только заряженный, поэтому он должен. Да, заряд пошел, ребятки. Значит, скорее всего, что все рабочее. Да, заряд пошел, ребята. Все есть. Powerbank, значит, Powerbank, все это мы откладываем. Это нам не надо. Шнурочек мы тоже в стороночку откладываем. Тут у нас краски, вернее, напыление, как оно правильно, девочки, поправьте мне, кто шарит. То есть, по идее, это вот такое вот напыление разных цветов. Вы на гель-лаке там как-то, ну, я совсем не вникал, но, по-моему, там оно как-то то ли втирается, то ли как-то наносится, и потом у вас такие вот блестящие, красивые ноготочки. Тут кому нужно, сканируем. Или вот так вот QR-код, или как вам там надо, сканируйте, посмотрим. Вот так поближе, чтобы вы могли каждый цвет рассмотреть. По цветам. Здесь карабулик открывается. Каждая вот. У меня же все руки в блестках.
Вот так вот, видите, вот уже все в блестках. Теперь буду гламурный парень на силе ходить. Так, и есть. Идем дальше. И тут у нас что-то красивое, что-то такое тряпичное. Ну. Ага, тут у нас еще. Ага, о! Во, ребятки, for you. Best wishes for you. Thank you. Так, есть тут что-то, продавец, по всей видимости, просит поставить ему 5 звезд, там, иметь хорошее настроение. Здесь у нас, как всегда, китайчики, такое типа, как куриный бог, не куриный бог, что такое. Амур. То есть, что-то типа, как про любовь, тут веревочка жила-была, вот так завязали, тут красиво, все у вас есть. Дальше, так, вскрываем, что у нас же все-таки здесь. Какой-то целлофанчик. Ага, ага, ребята, это, по всей видимости, фартук. Это должен быть фартук. По всей видимости, да. Это так и есть, ребятки. Это так и есть. То есть, это вот такой вот фартук для маникюра. То есть, девушка занимается маникюрами. И она через мой проект «Бесплатный посредник» заказывает. Видите, вот такой вот чик. Это я вам поперек его показываю, не вдоль. Не вот так вот. То есть тут у нас вот такие вот лямочки. Сзади лямочки. Все такое вот тканевое. ХБшечка. То есть не знаю, синтетика или не синтетика. Ну, по крайней мере, похоже на как на ХБшечку какую-то. Вот. Яльчик. Ну, в принципе, приятный тактильно. Не знаю, как будет в работе. То есть, видите, вот все по мейкапу, все по красоте. Значит, мальчишки, девчонки, а также их родители, жду от вас лосики, комментосики, что вы скажете по всему этому. Вот, все, что мы заказали, получили. Также подписочку на канал, конечно же, жду. Обязательно нажми на колокол и нажми на подписку, чтобы не пропускать последние уведомления и вовремя посмотреть свежий видосик. С вами был я, Александр. Вы находились на канале «Китай в топе».